посмотрим, что сделал сода, что сделала клава кока, как это выглядит. Думал, трек называется. Produced by Клава Кока. Рахим, Максим Иванник. Макс Иванник. И еще много народу. Саша Доутрек, Константин Кокшаров. Базару нет. Фьючеринг Soda Love. Клава Кока, Думал. Всегда, когда мы доходим до трека соды, для меня это всегда максимальная загадка. Что это будет? Совершенно непонятно. Слушаем трек «Думал». Погнали. Фантики, твои слова фантики, ты сам обесценилый. Прикольно, вокал записан. Окей. Какого цвета бантики были? Были на ней в тот миг, когда ты начал снимать. Скажите мне, согласны вы со мной или нет? Тут понятно, что происходит образ того, что типа вот он изменял, мол, да, и вот какие на ней был бантики, когда он ее типа раздевал, типа снимал бантики, и типа... блять, входит ли... Бантики могут быть везде, в процесс раздевания, да? Там-сям бантики могут быть. Ладно, не буду ебать вам мозги этим вопросом. Не будет. Да, не буду ебать. Ну вы меня поняли, да? Вы же меня поняли. Да. Ну я и говорю, да, они разные бывают. Разные бывают, да. Бантики бывают. Просто если они на трусиках, они не развязываются. Декоративные обычно. Да, ну ладно, хуй с ним. Это типа как этот, особенность национальной рыбалки, да, блядь? Как корову разделать, бля, рога отпили сначала. Так и здесь, короче, да, типа. Как раздеть, бля, девочку, сними бантики, блядь. Ладно, хуй с ним, это вообще, короче, абсолютно мимо.
не лег на кровать. Да, бантики. Какого цвета бантики, блин, они в тот миг, когда ты их начал снимать? А? Окей. Ладно. Забыли, проехали, да. Я этого ничего не говорил. Это просто, блядь, это было в ваших мыслях. Ты просто прошла мимо, блядь, ничего этого не произошло. Короче, скажу так. Так, сода звучит очень странно с попыткой вот постоянно вот запикивать маты, да. Если он знает, что он будет их запикивать, зачем он их делает? Зачем? Есть dirty версии, да, бывают версии, типа clean, dirty, вся хуйня. Давайте еще раз трек послушаем. Мне очень понравилась концовка по ритмике вот здесь, пиздец. Второго куплета, это было очень круто. В целом песня довольно стандартный попс. Потанцевать, покрутиться, да, припев, типа, ну, ничего особенного. Чего-то там яркого, еще чего-то. Сейчас куплет сот, давайте посмотрим. Прикольная строка. Базар. Прикольно закончил. Прикольно закончил. Вот это хорошо. Угу. Вот это, вообще, последние две четверки неплохо. Неплохо зашли вообще, базару нет. Не знаю, неплохо. Неплохо. Очень неплохо. На второе переслушивание сода поинтереснее зазвучал. Значит, оказалось однообразно. Нет, он после восьмерки заменил, да, и как-то пошел нормально, хорошо. Припев, куплет потом, да, тут покороче куплет, и здесь вот так вот, да. Прикольно. Очень-очень прикольно. Ну, Клава, да, очень выделяется, очень такой яркий, насыщенный вокал, записано круто, да, и прям качественно. Неплохой трек, реально. Вполне себе может качать, я думаю, танцевать под него, там танцполы какие-то. Поводу. Думал, что я дура, но пока не понял, кого ты потерял. Думал, обо мне. Единственное, что вам не кажется, что музыка как-то старовато звучит? Сама по себе музыка. То есть даже в рамках попса, да, типа обычного. Что типа я вот представляю, да, типа он играет и как танцует. Вот это вот стандартное, да, типа вот. Или как это вообще, типа? Как-то баянисто оно звучит, как будто бы типа из 2008-го, типа 2009-го. Нет такого ощущения у вас? Обычный мумбатончик. Ну вот как-то он обычный слишком, который прям типа не переосмысленный, да? То есть сейчас же многие возвращаются к старым стилям разным, но они чуть переосмысливают их. А тут что-то как-то... Я просто сейчас сразу думаю, как оценивать, да, это, и думаю, блядь, трендовость. Вроде попс, но что-то какой-то баянистый попс такой прям, баянистый. Я 4 балла поставлю, я боюсь меньше ставить, потому что все-таки такая музыка, блядь, всегда актуальна, с жанра этого всегда актуальна. Но учитывая отсутствие свежести именно в этой музыке, мне очень понравилось, да, как бы, как Клава спела, очень прикольно звучит. Парт, соды, да, пам-пам-пам. Неплохо, вообще неплохо. Рифмы и образы. Так, последняя четверка была неплохо. А, это же попс, окей, 9. Окей, хорошо. Я что-то подначил по рэперским, да, думаю, для 7. Структура, ритмика.
по попсу так. Там-та-да-дам-там-там. Припев, куплет, припев, куплет, припев. Ну, ничего особенного. Крепко? Хорошо. 8. Нет, 9. Из-за двух четверок последних соды, да. Реализация выбранного стиля. Клава припев спела на 10. Да, начало как-то странновато. Да, так, так, так. Да прикольно сделали, наверное. Я думаю, что 9-10 можно поставить для попса. Да, реализация чисто. Ну, бля, чё, до чего доебаться? Клава напела нормально. Реализовали структуру хорошо. Все сложности структуры сода тоже все справился. До чего доебываться объективно? Не до чего. Индивидуальность и харизма. Ну, 10 я не дам, честно. 9 баллов можно поставить. Оба артиста довольно самобытны. Сказать, что прям пиздец харизматично они сделали, кроме припева Клавы, не знаю. 9 баллов. Атмосфера. Хорошая песня, но не на 5, да. Очень хорошие высокие баллы получились, тем не менее. Да, спасибо большое за коллаб. Хорошая, легенькая танцулька. В принципе, вполне себе. Единственное, что по поводу вот атмосферы. То есть, почему 4, а не 5? Потому что, ну, типа... Ну, как-то... Не знаю, слишком мотив какой-то, я не знаю, не трендовый, не актуальный, не 22-го года. Я понимаю, что он не претендует на создание какой-то там супер новой музыки, но, блин, даже мейнстримовые там артисты западные, они все равно стараются что-то привносить, да. Вот даже, например, там, не знаю, там Дора Будда, да, они сделали что-то там новое, объединяют какие-то жанры, еще чего-то. Он тоже 4 балла получил, но с другой стороны он получил 4 балла, потому что он слишком новый, а здесь слишком старое. Да, такая хуйня. Короче, хочется чего-то такого, блядь, поинтереснее. Даже вот этот же полностью трек с этим же BPM наложить на другой бит какой-то поинтереснее, он заиграет вообще другими красками. Тут какая-то стандартная тема на пляже, блядь, на сочинском пляже, да, танцует под песок. Вот так вот, блядь. Все, из клипа 2008 года. Нихуя не происходит. Так. Бам. Да.